Всем привет! Сегодня я покажу вам, что находится в моем университетском рюкзаке. Этот рюкзак я купила в Страдивариусе буквально 2 недели назад. И вчера я уже немножко его испортила, потому что у меня здесь лежала камера. На камере есть какие-то металлические штучки, они мне проткнули рюкзак, поэтому у меня тут такая небольшая дырочка. При том, что рюкзак довольно маленький, в него помещается очень много вещей. Ну тут вся моя жизнь. В маленьком кармане на замке у меня лежат ключи от дома. Конечно же, запутанные наушники. И еще у меня здесь лежит ластик. Ластик, потому что он не влезает в пенал, поэтому он лежит у меня отдельно. И вот здесь уже находится все остальное. Конечно же, мой телефон. На самом деле он редко лежит в сумке, потому что я привыкла держать телефон в руках, но когда у нас лекция или когда мне там он мешает, я все равно его складываю именно сюда. И к телефону я всегда-всегда беру зарядку, потому что, ну кто знает, вдруг мне надо будет там позвонить или еще что-то. Я не помню номера вообще, я не помню ни один номер, мне кажется, кроме номера мамы. Поэтому мне всегда нужна зарядка, если что-то случится, если надо будет позвонить, написать кому-то. Обязательно. Конечно же, у меня с собой всегда есть еда, ну, практически всегда. И я беру фрукты, потому что они занимают не так много места, и ими можно быстро перекусить, это как раз то, что нужно. Переходим к самому главному, то, что мне нужно будет в университете, это тетрадь для записи лекций. У меня сегодня одна пара по стилистике, и вот такая вот у меня тетрадь. Я уже поняла, что на лекциях частенько бывает скучно, поэтому я беру с собой тетрадь по-турецкому. И я просто никому не мешаю, могу что-то записывать, учить. Так что, чтобы просто время не терять. Вот. Мы же на лингвистике все-таки. С собой я также ношу ежедневник. Это Бруно Висконти. Просто записываю сюда планы, дела, то, что мне нужно выполнить. Потому что я люблю организовывать себя, без этого я просто занимаюсь какой-то прокрастинацией, я ничего не делаю. Мне очень сложно собраться без ежедневника, поэтому мне надо всегда записывать. Я веду этот ежедневник на русском иногда, на английском чаще всего и на турецком иногда. То есть он у меня на 3 языках. Немножко из моих заданий на сегодня. Снять что в моей университетской сумке в рюкзаке. Лекция в университете. А потом мне надо почитать книгу, потому что мне надо напоминать себе о том, что надо почитать книгу, я очень часто забываю это сделать. Поудалять фотографии в телефоне, потому что их очень много скопилось. И выложить вот это видео. Я надеюсь, что я успею это сделать, потому что я приеду домой поздно. И как раз следующая вещь — это книга. Я сейчас читаю «Последнюю любовь» Норы Робертс. Это, я так понимаю, я еще даже половину не прочитала. Самая типичная книга о любви для подростков. Я просто очень люблю такое читать, когда у меня есть настроение. А мое настроение, оно может растянуться даже на 2 месяца. Поэтому вот я уже 2 месяца читаю такую вот литературу. Очень важная вещь — это мой пенал. Я делала его на заказ. Меня очень часто спрашивают, откуда твой пенал. Я не помню. Я нашла какой-то сайт, там можно было просто склеить картинки, я выбрала вот эту мраморную серую такую, и просто с цитатой «Acceptance of yourself is far more important than acceptance from others». Вот. Я их склеила, отправила им, что я хочу вот именно такой дизайн, и они мне его привезли. Здесь внутри у меня лежит штрих без колпачка, потому что он и так не влезает. У меня вообще сюда почти ничего не влезает, потому что здесь очень много цветных восковых карандашей, которые мне также нужны. Потому что я не могу без цвета, понимаете? Когда нет цветного чего-то, у меня какая-то депрессия начинается. Я ношу с собой вот такие восковые карандаши. Это Crayola, Twist Tables и еще один желтый. Потому что вот из этой серии желтый потерялся, поэтому я взяла просто у Риты какой-то первый попавшийся. Еще у меня здесь лежит ручка Урфу. Самая обычная синяя ручка. 3 черные гелевые ручки, одна из которых протекла, так что надо это все делать аккуратно. И линейка у меня здесь лежит. Дальше последняя, по-моему, нет, не последняя еще. Моя косметичка. Такая у меня золотистая косметичка. Внутри блеск для губ Sephora, оттенок 22. Крем для рук. Я не знаю, как читается это название. Он очень круто увлажняет кожу. Знаете, когда вы помазали кремом, и потом, может быть, там вы зашли в помещение, у вас руки вспотели, от крема они еще больше вспотели. Вот от этого крема такого не бывает, потому что
он и не сушит, но и не добавляет потливости. На всякий случай ношу с собой BB-крем, это Холика-Холика. Если вдруг что-то надо будет подкрасить, еще расческа для волос. Аж две гигиенички у меня здесь лежит. Это Sierra Peace, чайное дерево. Еще у меня есть кошелек в рюкзаке, и в этом кошельке у меня нет денег, только карты. Здесь реально только карты и, может быть, немножко мелочи. И последнее, что здесь есть, вот в этом боковом кармане я храню, чтобы было удобнее доставать быстро, это мой студенческий. Вот, это было все. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть. Ничего особенного нет в моем рюкзаке, я не храню там какую-то аппаратуру или супер много косметики какой-то интересной. Напишите мне в комментариях, без каких трех вещей в вашей школьной или университетской сумке вы не могли бы жить. Вот три вещи, которые вам прямо очень нужны. У меня, я думаю, это мой телефон, наушники и бальзам для губ. Остальное как-нибудь разберусь, как-нибудь у кого-нибудь попрошу, найду. Но вот без этого я умру.